1924 году Кларенс Бёрдсай открыл в Нью-Йорке компанию по производству замороженных морепродуктов. В 1962-м бывший стажер розничной сети JCPenney Сэм Уолтон открыл свой первый магазин Walmart в Арканзасе и разработал эффективную модель доставки и учета товара, объединив в единую систему расчетные терминалы в супермаркетах и создав общую базу данных. В 1995-м Джеффри Безос наладил онлайновую торговлю книгами через интернет-магазин Amazon.com, а Пьер Амидьяр создал виртуальный вещевой рынок eBay. Эти инновации создали мир сетевой и онлайн-торговли и сделали его таким, каким он является сегодня, где каждый ритейлер стремится дифференцироваться за счет внедрения новых решений. Что же такое инновации? Специи или основное блюдо? На эту тему пообщаются эксперты сессии. Инновации в ритейл. Приправа или основное блюдо. Именно так она и называется. И я приглашаю модератора Ольгу Стрелову, Центр технологий для ритейл и производителей, фонд Сколково. Добрый день. Позвольте представить вам участников сегодняшней нашей сессии. Евгений Джамалов, компания «Магнит», директор по инновациям. Евгений развивал инновации в крупнейших компаниях NVIDIA, Почта России. Сейчас Евгений развивает инновации в «Магните». Александр Коновалов, Wildberries, бизнес-партнер по развитию IT. Александр является членом IT-совета при Минсвязи Ростовской области, а еще Александр запустил два стартапа, является основателем, не в ритейле. Денис Левченко, руководитель управления по инновациям X5 Retail Group. Денис имеет, ну так прочно ассоциируется с ритейлом, но на самом деле Денис имеет опыт во множестве всяких индустрий, в том числе в микроэлектронике, авиации, логистике, а также работал с беспилотниками и даже в волновой физике. И Николай Майданчик, управляющий директор стартап-студии «Соколов Тех». Николай запустил две стартап-студии. Это лаборатория Касперского и «Соколов Тех». И за 6 лет с его помощью было запущено с нуля более 30 проектов. Николай начинал с проекта безопасности, а сейчас занимается более широкими направлениями, в том числе благотворительностью и даже секс-техом. Я думаю, что мы еще вернемся к этой теме. Коллеги, у вас у всех очень широкий опыт в развитии инноваций. Давайте, наверное, как определение, как начало нашей сессии, учитывая ваши наработки, как вы понимаете, в принципе, что такое инновация? Евгений, давайте с вас начнем. Давайте начнем с меня. Я хотел сказать, вот так дружишь с людьми и не знаешь, у них столько они, кажется, всего такие умные. Столько все знают, ребят. Самое сложное, мне кажется, в любой корпорации – это определить, что такое инновация. Потому что для кого-то инновация до сих пор – это там блокчейн, видеоаналитика и так далее. То есть те вещи, которые мы уже, например, давно не считаем инновационными. Поэтому на уровне компании, где я работаю, всегда создавалось некое определение, которое я защищал, что инновации – это. И в основном оно состоит там из 10 пунктов. Туда входят такие вещи, как, например, свежесть для компании. То есть когда-нибудь компания вообще подходила к данной технологии, к данной идее, к данной сущности или нет? Как часто, как давно, например, протухла эта идея или нет? На рынке как часто встречается? То есть если все вокруг и даже конкуренты уже внедрили что-то, а ты считаешь до сих пор это инновацией, ну, скорее всего, ты ошибаешься. Просто потому что надо просто уже взять и внедрить. Референсов на рынке полно, просто бери и делай. Вот. Это также там есть Technology Readiness Level в данной скоринговой табличке, то есть там от 1 до 9, да, когда 1 — это совершеннейшая какая-то галлюцинация фаундера, который что-то придумал и думает, как бы это приземлить, до 9, когда это уже абсолютно коробочное решение от какого-нибудь гиганта. Вот. Потом дальше мы совершенно не делим на стартаперское это решение, или это кто-то из крупных IT-компаний пришел к нам. Сам для нас главное, даже, в принципе, крупная компания может прийти и сказать, у нас есть что-то инновационное. Не обязательно должен быть это стартап. Вот. И, в принципе, в последнее время мы вообще отошли от слова «стартап», потому что это такое слово, я не знаю, как правильно сказать, это как все внедорожники джипами называют. Вот мы теперь это называем технологическое решение, технологическая идея или еще что-нибудь в таком роде. Пытаемся более абстрактно думать. Вот, так что мы, соответственно, скорим через вот нашу модель, через 10 этих пунктов совершенно разных, и смотрим, сколько баллов получается, и понимаем, для компании,
для рынка, для отрасли, для России, или даже больше, если еще больше укрупнение для всего мира, инновационная идея, которая к нам попала в руки, или нет? То есть это настоящая инновация, или это все-таки что-то за кем-то повторяем? Будем мы первыми в мире с этим или не будем? Ну, то есть вот, и эта история, она как бы понятна для всех коллег внутри компании, и сразу можно сказать, нет, ребята, это не инновация, просто отдавайте проект на офис, пусть внедряют. Вот. Или давайте мы попробуем попилотируем, здесь действительно может быть что-то интересное, что-то непонятное. Вот. Спасибо. Ну, мы так подходим. Спасибо. Но инновация всегда должна иметь экономический эффект или не обязательно? Абсолютно не обязательно. В принципе, даже нельзя к инновациям применять слово экономический, финансовый, инвестиционный и так далее. Но это мое личное мнение, я за это всегда топлю и всегда жестко на этом стою. Как только тебя начинают обкипяивать, так скажем, да, что если ты этот пилот проведешь, то значит и компания должен будет там принести ебеды, не знаю, миллиард, там, не знаю, 10 миллионов, все. То есть и мне попалась непонятная идея, и если я сразу не вижу какого-то финансового обоснования, экономической модели внутри нее, то если у меня будет стоять финансовый KPI, я, скорее всего, ее даже не буду пробовать. Ну, то есть, а где инновация тогда? Все. Надо попробовать сначала пропилотировать, поставить гипотезы и уже подтвердить их или опровергнуть. Спасибо. Спасибо, Жень. Александр, а вы как определяете для себя инновации? Коллеги, мы, наверное, в Wildberries вообще не стараемся давать какого-то четкого определения термина инновации, и зачастую в наше время уже такое-то более ругательное слово, потому что обязательно, когда произносишь инновации, то от тебя ждут какого-то вау-эффекта, либо каких-то наукоемких технологий, чтобы что-то взлетало, обязательно с элементами футуристики. И те вещи, которые для нас значимы и новые для нас, обычно их на каком-то конкурсе не покажешь. Это всего лишь цифры, и в конечном итоге мы просто можем сказать, мы вот сделали эту штуку, технически она была несложна, возможно, в каких-то случаях она была на рынке новой, в каких-то случаях она была новой исключительно для нас. Ну, вот конкретные цифры в 2-3 раза что-то кратно выросло, принесло деньги, и тогда это имеет для нас значимость. То есть, как бы, самой задачи поиска инноваций ради инноваций, конечно же, не стоит. То есть мы ищем просто... Мы бизнес, который существует без инвестиционных денег, соответственно, мы... Единственный, самый главный инструмент, которым мы руководствуемся, это здравый смысл. Мы ищем какие-то вещи, которые могут принести нам или что-то улучшить качественно, изменить пользовательский опыт и в конечном итоге позволить заработать больше денег. То есть для вас инновация – это экономический эффект? Конечно, да. Спасибо, Александр. Денис, ты что скажешь? Ну, я вспоминаю времена, когда мы 3,5 года назад писали политику по управлению инновациями. Там нужно было обязательно сказать, что такое вообще инновация. Вот, мы выжимали себе определение такое, давали. Вот, на самом деле, мне кажется, когда ты, в принципе, стратегически определяешь, зачем тебе это надо, все становится на свои места, и определение уходит на второй план, и не столь важно, да, вот, определение этой самой инновации. У нас, ну, Женя говорит, что вот в магните, да, ну, не экономический подход, ну, или, да, не на 100% экономический подход. В X5 все-таки это именно экономический подход к инновациям. Соответственно, если мы понимаем, что есть некое новое решение, новое оно может быть для отрасли, для нас, да. То есть, например, если мы понимаем, что какое-то решение используется в индустрии, а мы его не используем, и там внутри есть какой-то современный технологический стек, то вполне это может быть, как это сказать, расшифровано как инновация, да, и если мы понимаем, ну, определенный бизнес-эффект, который мы можем получить, то мы в это пойдем, да, и мы это протестируем. Ну, кроме наличия там нового технологического стека, отличительная особенность все-таки инновации в том, что бизнес-результат, который ты получаешь, он не гарантирован. И ты не знаешь, то ли он будет, то ли его не будет. Да? И вот, наверное, это в большей степени делает нас департамент инноваций. Мы проверяем бизнес-гипотезы тех решений, да, которые не гарантируют результат. И как раз-таки вот в этом смысле наша деятельность в стране венчурной. То есть мы понимаем, что там та или иная технология, то или иное решение может и не принести бизнес-результат. Мы это проверяем. Но имея портфель таких проектов, ты должен быть экономически
эффективен, то есть зарабатывать больше денег, чем тратишь. При этом, конечно, мы допускаем, что те или иные решения будут фейлом, но, по крайней мере, мы как бы выучим определенные уроки, сделаем выводы и, например, скажем для себя, что вот эта технология для нас сейчас не работает, или она не работает до такого-то времени, пока там хардвер какой-нибудь не появился. Вот, а эти работают. То есть отрицательный результат в данном случае тоже результат, потому что он дает тебе опыт, который ты потом транслируешь на последующую деятельность. Вот. Но что самое важное, вот эти отрицательные результаты важно получать дешево. Да? То есть стараться как fail fast, fail cheap. Да? И вот это примерно тот подход, который мы тоже пропагандируем. Спасибо, Денис. Николай? На самом деле вопрос очень интересный, и вот коллеги все говорили в основном про какие-то проблемы, которые решает корпорация, да, потому что инновации в корпорации, они ищутся, чтобы решить какие-то, не знаю, какие-то боли корпорации, найти какие-то узкие места. Я немножко рассуждаю про инновации немножко по-другому, я говорю не только про инновации, но про инновационные стартапы, да. Это можно объединить там в одно, потому что стартапы появились, то есть стартапы и инновации – это уже вещи, которые взаимосвязаны, да. Редко находишь стартап, который не инновационен, иначе он не сможет там кратно масштабироваться. Поэтому, если уйти немножко в теорию, да, то инновация – это всегда про проблемы. Да? Инновация существует, чтобы решать существующие проблемы на существующем рынке каким-то новым способом, да, новым инновационным способом. А именно поэтому, да, тут возникли технологии, потому что, наверное, не технологическим способом уже все проблемы научились решать. А инноваций бывает много, бывают технологические инновации, индустриальные инновации, они в разных сферах разные. Но в любом случае это всегда про решение проблемы, либо про нахождение какой-то новой возможности. Поэтому, когда ко мне приходит стартап или приходит человек с идеей, который говорит, что я придумал какую-то инновацию, да, я им задаю точно такой же вопрос. А что для тебя инновация? Какую проблему, существующую проблему, потому что не надо придумывать новых проблем, вокруг нас много проблем, много задач. Как ты свои инновации, эту проблему закрываешь на существующем рынке? Почему на существующем? Потому что рынок должен быть. Да? Если ты придумал проблему на существующем рынке, скорее всего, ты там не заработаешь. Да? Женя говорит, с одной стороны, что инновация – это не всегда про деньги, это иногда про… Действительно, это так, я согласен с ним, что это не всегда про деньги, потому что есть социальные инновации, да, social impact проекты, различные проекты, потому что там тоже есть более задачки. Но в основном, конечно, все равно это про деньги, и инвесторы, когда будут оценивать инновации, которые им будут приносить, они будут как-то считать свой экономический эффект от вложенных денег. Социальные инновации, наверное, это одна из немногих направлений, где не про деньги, там можно говорить, да, там HR не про деньги, но это все равно про деньги, потому что это в итоге покажет экономический эффект на компанию на более долгой перспективе. Вот поэтому инновации все равно в основном для инвесторов интересны про деньги. Но бывают действительно проекты, которые просто улучшают мир, делают его лучше, зеленее и воздух чище. Расскажите о таких проектах. Пример. Пример успешных инноваций приведите, пожалуйста. На самом деле таких проектов достаточно много, да, если говорить именно о социальных каких-то проектах, да, есть много социальных тем, куда сейчас активно смотрит мир, да, это могут быть и проекты в области экологии, это могут быть проекты в области благотворительности, да, даже как современная тема, да, сегодняшнего стартап-вилледжа, это про космос, да, это тоже про улучшение мира, про стремление к чему-то большему, к чему-то новому, да. Нельзя сказать, что эти инновации, которые появляются там в космической отрасли, да, это инновации, которые сегодня принесут нам деньги. Нет, они деньги принесут нам не сегодня, и не завтра, и даже не через 10 лет. Они просто миру лучше, да, они дадут возможность, какие-то новые возможности миру и человечеству. Да, это если мы говорим про такие проекты. Например, у нас в стартап-студии есть сейчас проект называется «Харти». Это проект просто про благотворительность для молодого поколения Z. Это люди, которые принципиально другие, это люди, для которых social impact – это в жизни немаловажный фактор. Наверное, это основное. Для молодежи всегда смотрит про экологию, она смотрит, как помогать другим людям. Вот, соответственно, ищет новые способы, более удобные, чтобы помогать решать какие-то проблемы или какие-то задачи. Вот, соответственно, это тоже, наверное, одна из направлений инноваций, как помочь людям найти более удобный способ, как помогать другим. Да, то есть это не про деньги, это не про заработать, это про какую-то взаимопомощь, но тоже какими-то инновационными подходами. Угу. Спасибо. Денис, а ты можешь привести пример неуспешного стартапа? Неуспешных инноваций, да? Говорят, что опыт такой большой. Немножко в тему сказать, есть такие проекты, они, ну, скажем так, действительно не всегда дают какой-то экономический эффект в моменте. И действительно они могут в чем-то решать какие-то социальные вопросы, да? Но при этом все-таки, ну, перед нами стоит задача монетизации, могу два примера привести. Первый, мы сейчас внедряем технологию контроля водителей,
да, это когда водитель, ну, там, отвлекается за рулем или засыпает за рулем, да, вот, и впрямую, когда мы считали бизнес-кейс, он, ну, не особо склеивался, поэтому мы эту технологию ввели вместе с таким параллельным решением контроль стиля вождения, которое влияет на то, как водитель управляет автомобилем, соответственно, снижает расход топлива. И это снижение расхода топлива, оно как раз окупало вот этот комплекс. Да? А сокращение аварийности, это, ну, мы думали, больше такое социальное, да? Ну, потому что это безопасность на дорогах, человеческие жизни, но это действительно важно. Да? Когда засыпает водителем 20-тонной фуры, ну, сами понимаете, что случается. Вот. А эта технология, собственно, она распознает и начинает водителя, ну, будить, как бы давать ему сигнал, что остановись, отдохни, сразу сообщает диспетчер. Он, в общем, там поднимается целый комплекс мер, чтобы он так больше не делал. Но потом казалось, что на самом деле вот это снижение аварийности, оно в большей степени себя окупает не за счет снижения ремонта, да, а за счет того, что простой фуры тоже очень дорого стоят. То есть, в конечном итоге, тоже история монетизируемая. Да? Но, в принципе, мы бы готовы были идти в нее, именно в эту историю, даже без монетизации, потому что это как life matters. Да? Вот. А второй пример. Недавно тоже мы, значит, провели тираж температурных меток. Это метки, которые клеятся на продукцию и показывают реальный остаточный срок годности. То есть, вне зависимости от того, что напечатано на упаковке, если готовый продукт хранился, например, не в тех температурных условиях, в которых должен, то он портится быстрее, да, ну, там сдувается от упаковки, мы знаем. А температурная метка позволяет мониторить и время, и температуру, при которой хранилась, и она показывает, ну, если она там желтеет, меняет цвет, то все, продукт негоден, даже если там написано что-то другое, напечатано, да. Вот, и, ну, вот мы сейчас таким миллионным тиражом эти метки клеим, и в нашем, ну, мы не вкладываем в стоимость этой продукции, стоимость этой метки. Да? Хотя она, ну, хоть она и минимальна по рынку, но она, тем не менее, значительна. Да? И в моменте мы тоже не собираемся это монетизировать. То есть мы не собираемся продавать вот на X рублей, сколько стоит метка, дороже этот товар. Да? Но мы ждем, что это, ну, выведет на некий уровень отношения покупателей к свежей продукции и ритейлеров. Да? Приведет к такому массовому внедрению технологии, обеспечения прозрачности свежести продукции, что в конечном итоге повысит доверие и продажи этой продукции на рынке. Да? То есть это, опять-таки, монетизация не в моменте, но с увеличением лояльности это, собственно, инновация, как мы ожидаем, себя купит в среднесрочной перспективе. Mm-hmm. Вот такие, наверное, примеры. Спасибо. То есть примеры такие больше социальные. Социальные, казалось бы, не монетизируемые в моменте, но на самом деле так или иначе все равно приводящие к монетизации в том числе. Mm-hmm. Спасибо, Денис. Александр, вот Wildberries – это новый игрок на корпоративном рынке инноваций. Можете рассказать, что для вашей компании, в принципе, значит инновации, и как вы планируете развивать это направление у себя? Ну, во-первых, наверное, это довольно спорное утверждение, что Wildberries – это новый игрок на рынке корпоративных инноваций. А если бы мы попытались что-то доставлять дронами и написали об этом статью на VC.ru, наверное, вопрос бы так бы не стоял. Вот. Но мы все это время и до моего появления в компании с самого начала все время пытались что-то оптимизировать, чтобы извлечь из этого прибыль, естественно. Вот. И любое, как бы, решение, которое приводит к изменению пользовательского опыта и повышению эффективности какого-то участка бизнес-процесса, соответственно, с каким-то соответствующим профитом, либо отрицательным, либо положительным, вот, это для нас и есть инновация. И вот один из таких примеров, уже довольно старый, и сейчас это уже не воспринимается как инновация, когда Wildberries решили, по-моему, либо, если я сейчас могу ошибиться, либо первыми, либо одними из первых в пунктах выдачи заказов сделать примерочные с зеркалами, ну, потому что людям вообще не очень удобно покупать одежду в интернете, это всегда стресс, всегда непонятно, что там придет, и либо ты потолстел за это время, либо похудел. Возврат товаров — это, будем честными, отдельный геморрой всегда, хоть и он гарантирован, но всегда все сопротивляются, естественно, вот, чтобы уменьшить эти возвраты, потому что это всегда ложится на поставщика. Вот. И, соответственно, для потребителя это отдельный стресс еще все это вернуть. И здесь, как бы, технологий особо никаких не было, просто-напросто приняли это решение, сделали в пунктах выдачи заказов. Ну, сначала появились еще тоже пункты выдачи заказов, потом следом на них наложилась эта история с примерочными, потом предложили заказывать все подряд
от всего подряд можно отказаться, и тебе еще за это ничего не будет. Вот, это, соответственно, изменило, я думаю, очень сильно парадигму пользовательского потребления, потому что просто стали не бояться заказывать кучу всего. И даже есть разные кейсы, которые из этого всего выросли, когда отдельно, вот отдельно есть интересная песня, прям даже есть статистика, когда люди начали пытаться подменить эти вещи, ну, какие-то брендовые. Вот. Все это очень легко определяется. Там я, сейчас, если кто-то воспримет это как инструкцию к действию, как такой совет... Вы принимаете можно обратно? Нет, это все очень определяется, заканчивается, безусловно, уголовными делами. Сейчас это все идет на спад, да, вот. Но, тем не менее, статистика тоже определенная есть. Вот это тоже про изменение пользовательского опыта в результате. Когда люди заказали что-то брендовое, подсунули вместо него похожее не брендовое с какого-то базара, и сидят себе и радуются, ждут, что все будет хорошо. Вот. И еще один момент, когда люди стали приносить какие-то вещи или заказывать в совокупности много чего, можно в сочетании померить и так далее. То есть чего раньше, как бы, в принципе, через интернет... Ты руководствуешься определенной суммой в кошельке, что ты можешь сейчас заказать, и потом еще с большими сложностями вернуть. Вот. Это вот пример очень выстреливший в свое время инновации, при этом технологически совершенно несложный. И есть контрпример, он как раз высокотехнологичный, интересный, с вау-эффектом. Это 3D-примерка обуви. Ей, по-моему, начали заниматься еще лет 5 назад. Да и сейчас будоражит умы вот эта вот тема с оцифровкой человеческого тела. Есть какое-то количество компаний на рынке, которые предлагают эту услугу. Мы тоже с такой взаимодействовали. Значит, что это из себя требует? Каких издержек? Полбеды — это поставить в пунктах выдачи заказов этот агрегат, который тоже до этого кто-то должен был сделать. Они там прошли какой-то тоже путь определенный, стартап какой-то, вот, поставить его, чтобы оцифровывать ноги. И вторая половина беды, на которой все и сломалось, это кто же оцифрует, собственно, всю обувь у поставщиков, вот, у производителей. Непонятно, кто это будет делать. История оказалась трудномасштабируемой. И самое главное, что при всей вот этой технологичности и вроде бы как супер такой вот гибкости по отношению к клиенту, когда это прям действительно вот четко под него решает проблему с выбором товара, победила история с обычными примерочными. Угу. Но это как-то повлияло на сокращение количества возвратов технологий или никак не повлияло? Ну, мы попробовали, то есть что-то там было, но масштабировать очень сложно. Смысл на это тратить деньги. То есть, и, понятно, есть какие-то там, наверное, цифры у этого всего. Там пытались, даже написали действительно какое-то решение, которое интегрировано в сайт, вы там что-то подбираете, у вас есть модель, вы ее сначала заранее делаете в пункте выдачи заказов. Вот. Но смысла особого в этом нет. Хотя звучит очень технично, очень и очень прям. И до сих пор к нам стучатся компании, которые предлагают это сделать. И мы иногда поглядываем на подобные вещи. Если я не ошибаюсь, по-моему, не так давно у H&M я видел, я это называю кукла, когда можно одеть на какую-то виртуальную модель, примерять разную одежду. Ну, вот. Но там, я так подозреваю, тоже столкнулись с проблемой поддержки актуальной вот этих вот моделей. Кто-то же должен их все время оцифровывать. И, по-моему, потихонечку это закрыли, убрали. Валберс, это не только про одежду, поэтому думаю, что много различных технологий можно применить, да, там, для вашего бизнеса. Да. А можете поделиться, какие инструменты вы планируете использовать для развития внешних инноваций, если планируете, или вы дальше планируете развивать внутренние инновации? Какая у вас стратегия, в принципе, в этой части? Ну, как я уже говорил, у нас основная стратегия – это стратегия здравого смысла. То есть у нас компания в этом плане – это и есть, собственно, инновация, какая-то она такая социально-управленческая. Компания очень плоская, когда основатели и ключевые сотрудники держат постоянно руку на пульсе. В этом плане, наверное, даже не столь важные должности в компании. То есть понятно, что там можно сделать какую-то карьеру, но там нет такой вот традиционной иерархии. И поэтому связь у основателей, интересантов в заработке денег, да, с бизнес-юнитами, она прямая. Действительно. То есть мы как бы можем получить конкретно какие-то потребности. То есть у нас есть какой-то бизнес-процесс достаточно большой. То есть надо там товар на склад приземлить, надо это все оцифровать, работа с поставщиками, много всяких вещей. То есть мы вовремя слышим какие-то потребности о том, что вот что-то где-то надо подкрутить. И, соответственно, на них реагируем. И вот здесь основной, наверное, инструмент, вот в этой горизонтальной структуре, мы себя считаем IT-компанией.
При том, что соотношение как бы, сотрудников айтишных и не айтишных, конечно же, не в пользу IT-компании. То есть у нас работает что около 40 тысяч человек сейчас, из которых IT-специалистов больше 500. Планируем как раз нанять еще в ближайшее время еще, наверное, несколько сотен. Очень-очень сильно не хватает. Вот. Но это структура традиционной компании, где есть какой-то огромный бизнес и есть IT-отдел, который решает туда-сюда все эти проблемы. Вот в свое время было принято решение децентрализовать IT-подразделения по всем юнитам. То есть у каждого юнита есть свои разработчики, которые напрямую связаны, и юниты не ждут, что кто-то выберет их в порядке приоритета и начнет реализовывать их задачи. Этот IT-отдел нет этой очереди и узкого места. Соответственно, юниты формируют потребность в том, сколько каких разработчиков им надо, какие технологии и так далее. И, ну, в случае чего можно, опять же, это тоже можно хорошо очень использовать в плане сотрудников, потому что сотрудников можно делать какую-то ротацию по интересным проектам, им не так скучно становится, можно менять, развивать, обмениваться опытом. Вот. И вот это позволяет реагировать на постоянные какие-то потребности в этом бизнес-процессе. Что касается внешних инноваций, то ну, тут, наверное, уместно пошутить про то, что тренд последнего времени, если вы большая компания, то вы должны как минимум за свою жизнь успеть сделать три вещи. Значит, первое — это посадить дерево, это вот построить, например, красивый парк в Краснодаре. А вторая — вырастить сына. Это вот как некоторые банки покупают большое количество стартапов или выпускают их под своим брендом. И третье — это, конечно же, открыть собственный акселератор. А в этом плане, как я уже говорил, мы руководствуемся здравым смыслом и смотрим на это довольно сдержанно. Ну, как внешним компаниям начать с вами работать? Вот стартап, у него есть классная технология. Хочет с вами начать работать. Куда ему прийти? Несмотря на то, что как бы, мы почти все делаем сами в плане разработки, мы открыты то есть, для любого аутсорса, покупки лицензий, каких-то продуктов, безусловно. То есть, но при этом мы, конечно, не стараемся покупать все подряд. Хотя тут тоже, вот, чтобы не быть голословным, купили в этом году, по-моему, банк. Да, целый. Для того, чтобы предоставить как-то вот синергетический эффект, получить какой-то для дальнейших финансовых услуг и расшириться в этом плане. Но это отдельная история. Вот. Так, конечно, мы не стремимся заниматься каким-то посевом, чтобы потом посмотреть, что из этого вырастет, потом как-то кого-то менторить непонятно зачем. Вот. Но при этом как бы, мы всегда открыты к диалогу. Безусловно, если найдутся навстречу, нам какие-то компании придут и скажут, что вот мы решим какую-то вашу проблему, а проблем у нас огромное количество. У нас куча нерешенных совершенно задач, которые мы бы хотели делать. В этом плане мы должны, конечно, сделать первый шаг. Мы должны рассказать о том, какие у нас вообще есть проблемы и задачи. Вот. Вот мы попробуем это делать. Осенью как раз вот планируем хакатон в Сколково, где мы выставим все свои кейсы и начнем все это грамотно рассказывать, чтобы... А там уже станет понятно по ходу пьесы, как бы по мере решения проблем, появления проблем, будем их решать. Вот, если... Да, отличная новость, Александр. Спасибо, что так. Поделились. Да, ждем осени. Спасибо. Евгений, вот к тебе вопрос. У тебя двери открыты, да, соответственно. В прошлом году на Магнитех пришла очень большая воронка. Как вы выбирали, какие стартапы пилотировать из этой огромной воронки? То есть на чем вы основывались? Ну, мы же провели огромную работу. Мы откоздевили все 13 ветвей бизнеса с определенной глубиной, но довольно поверхностно, так как это был первый опыт для Магнита в принципе. Мы как знакомили компанию с такой возможностью альтернативных решений текущих проблем с помощью стартапов, так назовем. Так что мы понимали, что мы ищем. Мы сделали следующий нестандартный для рынка шаг. Мы опубликовали это публично. Ну, масло масляное, да? Но опубликовали публично. Ну, в общем, мы на лендинге действительно выложили все наши запросы. И мы решили сразу проблему тех стартапов, которые пытаются проникнуть в корпорацию с запросами, ну, чем бы я вам мог помочь, возьмите меня, у меня есть классное решение, но он не знает, решает он проблему бизнеса или не решает, попадает он в нее или не попадает. А здесь сразу было видно вся проблематика. По каждому из 13 ветвей бизнеса было примерно 15
пунктов того, где мы сейчас хотим развиться с помощью инновационных, что мы ищем что-то непонятное. Возможно, уже были проведены некоторые раунды там, и тендерных поисков, и запросов рынка. Но не традиционным способом не закрылись какие-то проблемы бизнеса и попробовали поискать и на рынке инноваций в том числе. То есть, соответственно, даже при этом у нас воронка была... Мы вообще сыграли крупнейший акселератор в году, 777 решений, ты помнишь. Ты была с нами там. Целый Боинг собрали, да. Да, целый Боинг собрали, да. Но не красного словца ради, реально 777 решений. То есть таким образом, мы даже еще не начав акселератор, мы уже сделали какой-то отбор. То есть к нам пришли уже релевантные решения, ребята уже знали, в какую боль они попадают. Дальше, соответственно, была, опять же, разработана скоринговая система. Попадают они в эти боли или нет? Насколько точно попадают или не попадают? И вернувшись к твоему первому вопросу, да, чтобы не прозвучало как-то альтруистично, да, что мы там без экономического эффекта все делаем, если он сразу не просчитывается, я имел в виду, да, что и вот когда мы отбор делали в акселератор, даже если сразу не просчитывается экономический эффект, но мы все равно возьмем это решение, пропилотируем и по ходу уже поймем, как это, соответственно, с точки зрения финансов приземлять, RR, NPV, там, чистая EBITDA или еще что-то, на что это повлияет. Или не повлияет. Или повлияет на лайфсайкл, вот как Коля упомянул, там, жизни сотрудника, да, например, там более длинный, или еще что-то. У нас были и такие проекты, которые мы брали с непонятным экономическим эффектом, там, пчелиные упаковки, например, да, помнишь? Вот, так что совсем верхний первичный скоринг был, я бы так назвал это трипы, это применимость, полезность и, ну, в основном применимость и полезность компании. Мы сделали воронку, по-моему, у нас 270 решений осталось, ну, отсекли дубли и так далее, вот, из этих 270 мы уже 84, кажется, познакомились с бизнесом. То есть это следующий этап воронки, когда мы отранжировали и каждому показали, смотри, вот в твое направление пришло вот такие вот релевантные идеи, в твое такие. Вот, и дай бог не ошибиться, 27, кажется, да, у нас было финалистов, которым показали на домодне. Вот, из которых, соответственно, 12 пилотов ушло. Ну, 12 ушли в пилоты, и сейчас 10 из них успешно завершаются, и мы готовы показать и рассказать результаты, какие экономические эффекты в том числе были подтверждены. Вот, так что отбирали здравый смысл, применимость, полезность, mm-hmm. первичная отборка, и уже потом более детально по скоринговой модельке именно те решения, которые попадали в боль бизнеса, который мы в тот момент хотели сделать. Да, в этом году мы уже запустили и уже отыграли, почти отыграли первую волну из двухэтапного нашего акселератора. Мы решили сузиться. То есть у нас отбор теперь по-другому настроен. Мы решили сузиться не на 13 ветвях бизнеса, а на 5. И их проработать глубже. Вот те каздевы, которые, результаты каздевов, которые мы показывали в прошлом году и публиковали, мы также опубликовали в этом году, но они были намного глубже. То есть мы опрашивали не только первые лица компании, да, вторые, но и сильно глубже, особенно на кого нам показывали, что вот этот человек знает проблематику, с ним обязательно тоже пообщайтесь. Мы с него собирали боли, потребности и также опубликовали. И сейчас к нам пришло в первую только волну 450, по-моему, решений. И я их еще не видел. Мне предстоят веселые выходные, да. Но я предполагаю, что они еще точнее, то есть они вот этот этап скоринга, этап отбора, мы уже частично мы сделали вот этим запросом, что они еще точнее попадают в еще в более глубокие боли того, что не закрывается традиционным способом, а именно вот сейчас с помощью инноваций попробуем порешать. Спасибо, Женя. Вот вы готовы создавать решениями со стартапом? То есть ты упомянул, что это творчество, в принципе, да, инновация. Вы готовы сделать такую студию и создавать что-то новое вместе с ребятами? Именно студию или все-таки со стартапами? Ну как, что ты сейчас? Студию по созданию со стартапами новых решений. Под задачей «Магнит». Вообще, наверное, это наш классический подход. А что здесь студия, я, наверное, тебя еще пока не понимаю.
Хотя, например, я догадываюсь. Творческая студия, арт-кружок по созданию новых решений. Вот это как-то вообще-то арт-студия. А давайте создадим, что вот как это, инновация ради инноваций, да? Я думаю, что... Стартап-студия по созданию стартапов, которые можно продавать не только в «Магнит», но и вовне. А, это мы уже 2-3 шага таких сделали, да. Мы сейчас попробуем рынок удивить. Но все-таки я хочу сказать, что мы всегда так стараемся поступать, потому что мы, ну, да и любое пилотирование у ребят тоже. Все равно ты берешь фактически сырую идею или там полуготовый прототип, может быть, даже с первопродажами, но ты все равно его во время пилотирования допиливаешь. Mm-hmm. То есть ты его все равно допиливаешь, а допиливаешь как? Ты даешь собственные ресурсы. Угу. Логистические, маркетинговые, коммерческие, не знаю, деньги, понятно, конечно, мы всегда платим. Как я узнал по рынку, даже что-то как-то выше остальное. Надо мне пересмотреть эту политику. Ну, в общем, мы наполняем идею ресурсами самыми разными, там, от финансов до мозгов наших людей. И вместе как раз-таки создаем. Угу. И пилот наш завершается именно подтверждением или опровержением тех гипотез, которые мы поставили на этот пилот. Они могут быть как и финансовые, так и социальные, и что угодно. Угу. Спасибо, Жень. Николай, расскажите, пожалуйста, о своей стартап-студии. То есть что это такое, в принципе, чем отличается корпоративный акселератор? Ну и расскажите какие-то примеры, тем более у вас такие интересные направления. У нас сегодня сессия про приправы, вот у вас там перчинки есть. Да, направления разные. Но чем отличается? Да, начну с конца. Чем отличается корпоративный акселератор от стартап-студии? Тут мы начали, да, затронули уже эту тему. Корпоративный акселератор – это абсолютно классическое понятие, когда корпорация, пытаясь закрыть свои боли, не хочет создавать для этого, нет на это ресурсов, нет времени, сил, желания, тем, кто это будет заниматься, да, поэтому... Но боли остаются, их надо как-то закрывать. Соответственно, корпорация, думая, как закрыть им эти болячки, понимает, что на улице довольно много стартапов, голодных, активных, которые делают хорошие продукты, ну, разные продукты, да, но корпорация интересует хорошие. Соответственно, она объявляет гонг, да, в формате, что приходите ко мне, у меня есть вот такие задачи, там у кого-то 6 вертикалей, я знаю компании, которые 26 вертикалей, по которым они ищут различные проекты. Вот, соответственно, дальше происходит набор, да, какой-то. Во время этого набора все компании работают по-разному, у кого-то проходит акселерация, да, стартапов, обучают, как правильно развивать свой проект, как его правильно презентовать, да. Где-то происходит там меньшее количество обучения, и задача просто отобрать лучших. И дальше, наверное, финальный этап – это всегда какой-то демо-день для руководства компании с целью отобрать лучшие проекты, которые идут в пилот. Да, и дальше по результатам пилота понять, с кем из этих проектов может быть сотрудничество, кого можно купить, полностью поглотить в себя и сделать частью компании, просто где-то стать клиентом, тем самым и решить свою боль, и увеличить стоимость стартапа. Если ты еще инвестор, то для тебя это дополнительно value. То есть ты боль закрываешь и становишься инвестором, получаешь долю в компании, где ты как первый клиент увеличиваешь его капитализацию. Это классический подход к корпоративного акселератора. Стартап-студия – это, наверное, другой инструмент инноваций, корпоративных инноваций. Если мы говорим про корпоративную стартап-студию, да, я не буду сейчас, там бывают разные типы, не буду углубляться в детали, но корпоративная стартап-студия – это еще один инструмент. Да, открытых инноваций, когда инновации не просто берутся снаружи, там, не из своего R&D, не просто готовый стартап, а когда ты сам создаешь проекты, где эти проекты могут как пойти в холодный рынок, продавать свое решение, так и, по сути, делать это решение под тебя. То есть ты являешься первым клиентом. Это очень здорово, потому что если ты крупная корпорация с серьезными проблемами, и ты можешь закрыть свои болячки, то, значит, это наверняка нужно будет рынку. Да, вот это вот классическая корпоративная стартап-студия. Такое вот было, например, когда я делал в лаборатории Касперского. Такие проекты часто оказывали сервис первоначально для лаборатории, а дальше выходили на внешний рынок. В Соколове немножко другая история. Да, то есть базовая задача была создавать проекты для диверсификации в целом направления и для собственника, и для разных задач, чтобы создавать новые успешные бизнесы. Да, они могли там наигрывать какую-то ценность на основной бренд, но могли не наигрывать. То есть это могли просто становиться спин-оффы для, ну, соответственно, просто которые базово создаются под неким новым брендом, которым стала Skyltech. Стартапов было много, то есть не было какой-то конкретно одной вертикали. То есть мы вначале посидели, подумали, нужно ли выбрать какую-то одну вертикаль, там, первоначально, конечно же, там, ювелирная отрасль, да, давайте делать стартапы для ювелирки. Но поняли, что бизнес сложный, он очень консервативный, инновации там такие тяжелые, хардовые, там, новые камни, новые виды креплений,
Ну, классно, да, есть, конечно, технологические решения. Так, например, когда искусственный интеллект сам придумывает новые изделия, которые появляются на рынке, или там виртуальные примерочные, колец, серьги и так далее. Но потом поняли, что интересно смотреть гораздо шире, и поняли, что в целом интересны вообще любые B2C-шные истории, где, за которыми стоит какое-то мобильное решение, которое может нагонять большое количество аудитории, приносить ценность людям, тем самым увеличивая свою стоимость на рынке. И выбрали, что смотрим широко. Кто-то там против такого подхода, кто-то считает, что надо обязательно выбрать вертикали, стать в нем экспертов. Здесь попробовали подход, что можем брать практически любые вертикали, где видим, что есть какие-то тренды, да, то есть начали глубоко анализировать тренды по разным направлениям. Направления выбрали просто вот максимально широкие. У нас был и фэшн, и travel, и обучение, и новости, и секс-тех, и подтех, и благотворительность. То есть начали смотреть широко и начали смотреть, где какие ниши там, больше заняты, меньше заняты, и где мы можем сами придумать идею или найти идеи на рынке, которые будут у нас реализованы. И действительно получились классные проекты. То есть мы, наверное, за два года запустили, то есть поработали порядка 50 тем, прям глубоко запустили, получили финансирование где-то под 15 проектов, половину закрыли, где-то проектов 7 сейчас живых проектов, которые хорошо развиваются, часть из них уже вышла на рынок, их уже можно качать в сторе и ими пользоваться. Проекты абсолютно разные, да, если там привести несколько примеров, да, то, например, один проект, который к нам пришел, это проект из, если говорить про Соколов как фэшн-компанию, да, то фэшн был одна из первых вертикалей, которая стала интересна. У нас есть проект, сейчас это айтишный проект, называется Style Made, до этого это был Style Concierge. Это цифровой гардероб человека. Мы понимаем, что у людей много одежды, много вещей и много задач, связанных с гардеробом, таких как понять, что одеть тебе утром, что тебе нужно докупить к текущему гардеробу, что тебе нужно как-то реализовать, не знаю, понять, что с этими вещами делать. То есть это менеджмент твоего гардероба. Задачами, что... Ну, ты, соответственно, не будешь вообще тратить на это свою жизненную энергию, и некий искусственный интеллект будет помогать тебе и пополнять твой гардероб, и рекомендовать тебе, что одеть, и рекомендовать тебе, что тебе уже носить не надо, потому что это уже вышло из моды или просто, не знаю, уже устарело. Это как один из вариантов. Есть проекты, связанные с... Если мы сегодня говорим про ритейл, да, связанные с животными, да, то есть когда... Мы поняли, что рынок подтеха активно развивается, он активно растет, как на дрожжах. И посмотрели статистику, что первое, наверное, вернее, последнее, от чего человек, когда в своей жизни либо откажется, это будет товары для домашних животных. То есть ты, наверное, сам уже будешь умирать, но кошечку свою покормишь или собачку. Вот. Поэтому рынок трендовый, он очень, очень денежный. И начали думать, что можно сделать на этом рынке. Поняли, что нету какого-то единого экосистемного продукта, который может позволить сопровождать жизнь твоего питомца от самого начала до какого-то развития, да, не хочу говорить самого конца, но в целом до всего развития. То есть от момента, как ты выбираешь питомца, как ты его приобретаешь, как ты его кормишь, как ты его дрессируешь и так далее. Да, почему это связано с ритейлом, да, если мы говорим про ритейл, то это все... Не напрямую ритейл, но это все стимулирует ритейл, потому что основные монетизации во всех этих проектах, что в фэшне, в итоге это приобретение одежды новой, которая тебе необходима, что в пэте, да, тебе нужно приобретать товары для ухода своими питомцами, для их улучшения их качества жизни. Там один проект стартанули в такой закрытой для всех темы, это тема секс-теха. Тоже поняли, что рынок большой, он почему-то о нем все очень стесняются говорить, но денег там много. Тоже ритейл. Да, это тоже ритейл, и на самом деле это один из самых быстрорастущих ритейлов, если посмотреть так вот глобально, да, широко. Просто, ну, тема такая, да, довольно закрытая. Но мы поняли, что нам все равно, ничего святого у нас нет, а у людей проблемы есть, им надо помогать. Вот, поэтому, соответственно, подумали, что можно делать... Ну, не хотим уходить в стандартные темы там, в секс-шопов, в гаджетов и так далее. Рынок перенасыщен, этого много. Это производство, это всегда очень сложно. Мы пошли чуть более в глубокий секс-тех такой, да. То есть это пошли на уровень психологии людей. То есть какие есть задачки у людей. Поняли, что, например, людям сложно иногда как-то делиться своими предпочтениями, своими фантазиями, своими желаниями друг с дружкой. Некая такая социальная тема, но для партнеров, да, устоявшихся партнеров. И поняли, что если дать людям инструмент, где они смогут как-то объединять свои фантазии, на простой тиндерной механике, лайкая, дизлайкая, что бы человек хотел реализовать, где его партнер на другой стороне сможет также пожелать что-то приличное, неприличное, что угодно, где-то у них случится матч, дальше они смогут как-то повзаимодействовать друг с дружкой, приобретая, опять же, в том ритейле товары или необходимую продукцию для
своих, для реализации своих там фантазий, своих желаний, то это тоже секс-тех, да, то есть он не напрямую связан, то есть это не тот пошлый секс-тех, который ты приходишь в секс-шоп, и там у тебя расширяются глаза от количества уникальных устройств, о которых ты, может, даже не знаешь, как они называются. Это... Стесняешься спросить, да? Да, это больше про такое, про education, можно назвать, не знаю, про социальный, да, социальный, но тем не менее секс-тех проект, который в итоге сделает нас всех чуть-чуть более счастливыми и смущающимися. Николай, спасибо. У нас, к сожалению, время подходит, поэтому я сейчас приступаю к блиц-опросу. Да, нас, вот как ты считаешь, инновация все-таки это приправа или основное блюдо? Это отличный вопрос. Я раньше всегда считал, что вот если мы говорим про ритейл, человек, приходя в ритейл, в виде инновации, он там сразу загорается, да, ему там интересно. Сейчас я понимаю по-другому, что инновация, на самом деле, это то, что приведет человека в ритейл. То есть ты даешь человеку что-то новое, он за это цепляется, он этим пользуется, и потом, чтобы эти инновации поддерживать, чтобы они работали, ты просто неотъемлемо обязательно пойдешь в ритейл, который будет насыщать тебя товарами и продукцией. И тем самым инновации, они стали стимулировать ритейл. То есть не ритейл стимулирует, наверное, приправили, это с двух сторон. Основное, да. То есть можно и так смотреть, да? Но люди сейчас, наверное, если говорим о классическом офлайн-ритейле, ну там пандемия, большое количество лени человека, да, он не хочет никуда идти, он выталкивается с какими-то инновационными решениями. Но он не может жить без ритейла. Ритейл все равно так или иначе будет в его жизни, он будет занимать много времени. Просто дайте ему инструменты, инновационные инструменты, которые будут стимулировать в нем, увеличивать его покупательскую способность. Таким образом, наверное, это специя, но без которой твое блюдо просто невозможно будет потреблять. Супер. Спасибо. Денис, блиц. Одна минута осталась. Я думаю, технологическая инновация в большей степени это то, что помогает оптимизировать существующий бизнес и давать какой-то новый покупательский опыт. Что, наверное, можно считать специей, да. А есть инновация бизнес-модели, которая может выступать основным блюдом, да. И, там, например, рынок онлайн и, там, не знаю, рынок такси. Вот это все, это инновация бизнес-модели. Они создали новый рынок, это совершенно автономное такое блюдо, да. Вот. А другие технологические инновации – это про оптимизацию, про повышение эффективности, про то, что больше покупателей, больше нравится, но именно про существующий бизнес. Я так бы, наверное, ответил. Спасибо, Александр. Приведу хороший пример в контексте Wildberries. Сразу скажу, там мое личное мнение, наверное, личное и мнение компании, это, конечно же, специи. Вдобавок к основному блюду, основное блюдо, оно есть всегда. Люди потребляют, ритейл будет всегда. Вот хороший пример на модную тему пандемии, когда случился локдаун, совершенно явление непонятное для бизнеса, что в этой ситуации делать, и те, кто собирался из офлайна перейти в онлайн и растягивали этот процесс на 10-15 лет, они побежали сразу все резко в онлайн. Соответственно, тоже побежали к нам поставщики. И если у нас, допустим, процесс регистрации поставщика раньше занимал от 3 дней... Специи или основное блюдо нас уже выгоняют. Что? Как вы считаете, инновация это специи или специи, основное специи. Блюдо? Специи. А, да. Евгений? А я постараюсь. Я считаю, что если из 100% специй, 20% превращается в основное блюдо. То есть все, что мы сейчас видим в ритейле, это когда-то было инновацией. И 20% они прижились, и мы продолжаем им пользоваться. А 80% так и остаются специями, используемыми иногда по предназначению, иногда просто все выкинул. Спасибо. Спасибо. К сожалению, время наше закончилось. Вот. Спасибо за очень интересную сессию.
стандарт, это есть, и мы же все на пути. При низких температурах окружающей среды тела быстро теряют энергию. Но нахождение вблизи источника тепла позволяет телу получать тепловое излучение. Происходит самопроизвольное перераспределение тепла. Следовательно, когда источники тепла находятся вместе, их энергия побеждает холод. Лучшее создается вместе. «Газпромбанк». МТС Стартап Хаб. Работа с реальным бизнес-заказчиком МТС. Доступ к ресурсам самого крупного телеком-бренда в России. Не можешь поверить? А в твой стартап обязательно поверят. У нас есть все, что тебе понадобится. Ресурсы, клиенты, технологии, каналы продаж. Мы оценим твой продукт, правильно применим в своем бизнесе и масштабируем на мировой рынок. МТС Стартап Хаб ждет тебя и твоих нереальных бизнес-идей.